Привет, меня зовут Эд, и сегодня мы будем говорить о женской красоте. А именно, как безболезненно с помощью народных домашних средств потихонечку, мягко избавиться от веснушек. Я продолжаю свою серию, которая будет состоять примерно из 5-7 видеорецептов для решения вот этой проблемы красоты. Очередной рецептик от Эда. Итак, вам необходим, в принципе, только один компонент. Это земляника. Единственная земляника должна быть настоящая, потому что сейчас землянику очень активно выращивают в теплицах и добавляют различные химикаты. Гормоны роста там. И так далее, и так далее. Это все нам не нужно. И нам такая земляника не нужна. Подойдет земляника, выращенная обычными, ну не знаю, бабушками, которые продают на маленькие кучки ее. Также подойдет земляника с вашего огорода на даче или на приусадебном участке. Вот эта земляника настоящая, и она реально будет приносить вам пользу. Просто берем примерно 3 столовые ложки земляники, свежесобранной, и осторожно ее растираем. Если у вас кожа нормальная, не сухая, и на ней имеются веснушки, больше ничего не нужно. Можно кашицу земляники нанести как на лицо, так и на какую-то аппликацию, то есть на какую-то ткань, на какую-то марлю, чтобы она не сильно текла. И это немножечко неприятно иногда, когда вот здесь течет, начинает чесаться и так далее. Значит, нанесите ее на ткань, и потом уже ткань с пюре земляники приложите на лицо. Если у вас лицо сухое, и там имеются веснушки, от которых вы хотите избавиться, вам необходимо обязательно добавить жирную основу. Идеальная жирная основа для земляники – это домашние сливки. Можно начинать добавлять примерно с 1 чайной ложки и довести практически до 1 десертной, а иногда и до 1 столовой ложки. Первое. Ваши веснушки будут постепенно уходить. Второе, данный состав кислотно-жировой будет активно питать и вашу кожу. И сухость со временем тоже пройдет. Сколько необходимо держать данную масочку? Начинать, конечно же, я всегда рекомендую с 2-3 минут. Особенно, если вы используете просто землянику без жира. То есть кислоты очень активные, и очень осторожно начинайте их применять. Ну, где-то примерно с 3 минут, ну кто-то с 5 начнет. И каждый сеанс, каждый день, который необходимо делать, добавляйте по 1 минутке. Доведите до 15 минут данную масочку. Вот, в принципе, и все. 10-15 сеансов, и ваши веснушечки будут постепенно исчезать. Конечно же, я рекомендую применять 2-3 моих рецепта, и тогда вот этот период, за который будут исчезать ваши веснушки, он намного-намного сократится. После того, как прошло 15 минут, осторожно подготовленной водичкой просто смойте, без мыла, без каких-то синтетических косметических средств, без ничего, просто смойте и часик еще так подержите. Потом нанесите свой родной качественный питательный крем. Вот и все. Такой отличный рецептик для обычной кожи, а также для сухой кожи я вам сегодня и поведал, чтобы вы смогли избавиться от этих ненасытных и некрасивых веснушек. Спасибо за внимание, ставьте мне лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями в соцсети данным видео и с подругами также. И смотрите меня дальше. До встречи на моем канале и пока!
Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему миру.